братан, это смешно. Потому что это очень необычно. Два чувака на мотиках гоняют. Оу, щет! Начинаешь ездить. Оу, щет! Я тебе чуть бошку не переехал, братан. Всем привет, дорогие друзья. Снимаем очередную покатушку. Застегиваемся и выезжаем. Я сейчас пока прогреюсь чутка. Посмотри, у меня это тормоз вообще не тормозит. Это нормально? Не, он работает. Вот он тормозит, видишь? Просто он очень мягкий стал. Да. Но это не точно. Значит, там надо зазор регулировать. А там он не регулируется. Там просто колодки и все. Они сами поджимаются, по идее. Впервые не заводит спидбайк. Вроде бензо там много. Много бензина. Может, тормозуху залить надо? Она заливается. Ну да, здесь откручивается. Просто там ее прокачивать как-то надо потом. Я ж давно не менял тормозную жидкость. Стартуем. Да, тормоз меня беспокоит, передний. То есть он вроде тормозит, но... прямо уже возле ручки у самой. Куда он поехал? Блин. Практически на том же месте развалился. Братан, это смешно. Глуши, глуши, Ярик. Тут очень скользкая дорога. Наверное, это в два раза скользче. Смотри, здесь машины проехались, они снег утрамбовали. И он как лед стал. Ну, это смешно, конечно. Видишь, я не просто так упал. Так что на шоссе точно не будем выезжать. Чё ты с той стороны, смотри, подходишь так вот и поднимаешь. Чё я... Ха! Хочешь прикол? Знаешь, кого ответ? Смотри, чё я потерял. Это вот эта штучка. Ну, которая защищает от того, чтобы траверса не ломалась при резких поворотах. Стой. Так что осторожно, если машины там будут... Так как нефиг делать, подскользнуться и в тачку улететь. Тормози полностью, тут очень скользко вообще. Прям можно... Поехали. Можно санки привязать, питово, знаешь. Ну, по приколу реально. Поехали. Потихонечку поехали. Сейчас прошел буквально час-два после последней нашей покатушки. А дорога стала... раза два скользче. На ней подскользнуться очень просто теперь. Давай туда. Опять чуть не подскользнулся. Надо пипец, ребят. Невозможно спокойно ездить. В любой момент можно навернуться. Ну, конечно, может быть, дело не в погоде, а в нас. Точно. Мы-то тоже не любим медленно ездить. Нам если кататься, то, так скажем, с ветерком. Вот здесь, я помню, тоже летом ушатался. Нехило так. Интересно, Андрей... Ну, здесь сцепление получше, конечно. Да. Тормозить задним колесом зимой очень опасно. Я вот сейчас попробовал на повороте затормозить задним чуть-чуть буквально и сразу в занос ушел. А вот передним более-менее, если вот так притормаживать резкими движениями, то есть, то более-менее на самом деле.
Да, дорожка здесь лютая, конечно. Быстро не хочу ехать. Притормаживаем потихонечку. Андрей почему-то глохнет. Самое главное, на скорости глохнет. Где вот это? Я ее не вижу просто. Решили покормить собаку. Вон она лает. Давай, давай, иди сюда, водочка. Поехали. Обалдеть, смотри, сколько у нее шерсти. Все, поедем. Низцы. У тебя, кстати, этот провод вообще как-то стрёмный. Это нормально. Вот. Норма, да? Поднастроил рычаг, сдвинул его, кнопку поместил левее его, и стало удобно переключаться. Ну и конечно, по высоте чуть отрегулировал, и стало вообще отлично. Едем навстречу приключениям. Так, 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 так. Ямки, ямки. Просто смотрю на дорогу и вижу то, что тут один лед. По прямикам нормально ехать, а если чуть-чуть даешь газа посильнее, сразу буксует. Надо нам шипы ставить с Андреем на питбайк. Мужик посмотрел тоже на нас. Потому что это очень необычно, как минимум. Два чувака на мотиках гоняют. Ну, а сейчас чуть-чуть. Опять занесло. На третий дал газу. На третий буквально чуть-чуть вот дал несколько миллиметров. Да? Я тоже. Давай с пробуксовкой. Самое главное. Вот реально. Буксует, как нечего делать. Она ее прям сжимает в пол. Я его не советую это делать. Очень велика вероятность, что разложится. Питбайк просто сделан из рисовых материалов китайцев. Вот. Поэтому на нем довольно-таки жалко просто его гробить. О, щас! Да вы ебался. Андрей! Посмотрите, как тут скользко. Защита спасает прям. Опять я упал. Упал. А что ты глохнешь-то постоянно? Потому что я не знаю. У меня просто переднего уже нет практически тормоза. Смотри. Я там чуть опять не разложился. Я здесь буквально вот на холостых еду, торможу и бау. Очень скользкая дорога. Очень скользкая дорога. Очень плохая музыка. Я думал, что будет намного. Так, я стою сейчас на какой-то передаче. Все, нормально. Все, едем медленно. Чтобы не падать лишний раз. Я уже устал. У меня все локти болят после этих падений. А, прикол. В общем, чуть-чуть после последнего падения руль вот так подвинулся относительно колеса.
Надо будет потом разбирать траверсу и регулировать. Не совсем приятно просто, когда одна рука чуть впереди едет. Тьфу-то едет. Ну, держишь руку впереди, в общем. Вы поняли. Воу-воу-воу-воу! Ямочки, ямочки! Бедный Пит. Спокойно ездить мы не могем. А когда быстро начинаешь ездить... Щет! Опять ударил сильно. Ты живой? Я тебе чуть бошку не переехал, братан. Ты мне? Да. А нет, ты мне ничего не переехал. Я тебе миллиметры от шлема твоего проехал. Заколебал уже. Я вроде спокойно еду. Да потому что надо...